С понедельника 14 мая 2018 года на канале «Россия-1» состоится премьерный показ сериала «Сиделка». Сериал можно будет смотреть в привычное для телеканала время в 9 вечера. Сериал «Сиделка» состоит из 16 серий. В данном видео вы сможете узнать сюжет и краткое описание серии сериала «Сиделка». Катя признается Ольге, что это она помогла Вике сбежать. В ответ Ольга просит дружить с Викой, чтобы уберечь ее от глупостей, и обещает за это платить. Жаров выясняет, что в кармане сбитой женщины была фотография семьи Шубиных. Полиции подозревают, что кто-то из них причастен к ее гибели. Жаров пытается выяснить, что могло связывать хозяйку с погибшим. Любовница бросает Владимира, тот в отчаянии едет к Светлане домой. Говорит, что не может без нее жить. Игорь просит у матери денег, чтобы отдать долг бандитам, но она не верит ему, считая, что это очередная уловка. Анатолий признается Кате, что разочарован в своих детях. Умирая, он не оставляет ничего, чем мог бы гордиться. Это мучает его сильнее, чем болезнь. По просьбе Кати, Вика находит семейный альбом, в котором Катя обнаруживает фото себя и своего отца. Она понимает, что попала в этот дом не случайно и требует объяснений у Шубина. Игорь пытается дозвониться до своего друга Вадика. Трубку берет следователь. Вадик задержан. Он подозревается в покушении на жизнь шубинского отпрыска. Игорю не хватает мужества рассказать правду. Жаров разговаривает с Вадиком в СИЗО и выясняет, что Игорь должен денег бандитам, что аварию попросил подстроить он сам. Игорь признает, что так и было, просит Жарова выручить Вадика из СИЗО. Вика просит Катю устроить отцу эвтаназию. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.